Шерлока регнул? Скажите классный дракон, а что-то. Шерлока регнул, да? Да! А боссный мне плюс такой. Красавчик. Бля, чуть не упал. Белая. А в достижениях рубинового стези... Что-то где как-то, блядь, надо? Это... Подземелья и рейды. Подземелья и рейды. Так. У нас уже три белки, да, я смотрю? Ну, дальше что? Смотри, вот. Падение короля лича, ладно, понятно. Гнев короля лича. Понятно. Тайна Ульдуара, понятно. А где эта хуйня-то ищется? Гнев. Другие подземелья, другие подземелья. А, гнев, да? Да. Сам внизу там сумеречный разрушитель. Давайте сядем все на красных драконов. Не, почему? Ребята, этот обманул вас. Че у тебя там? Это че? Ну, он не работал. Ну, когда мы убивали это все, я просто помню, что мы пришли в десятку. С Лехой, с Бурей, с Машкой, я, Белка, Честер. Взяли трех ребят с Солчата, блядь. Они убили, что-то там, давай мне, блядь, мне бабки, как говорил, упихать. Ебать, спасибо тебе за эту очку. Это только включили RS-10. Я ж вам говорю, 25-ку не ходили, потому что она еще не работала. Не было, нету. Ребятки, кто вчера получил ачивку с РС, бабульки на базу. Кстати, Белка, ты здесь? Да. А чё у тебя с голды? Тебе сколько надо? Иди, дай обмен, иди ко мне, моя малышка. Дай мне обмен. Я в инсте в каком-то кашном брёд. Ой, слышишь? Ольгис, ты у нас это... Топ РЛ на Окулус, блядь, давай РЛ. Всем привет. Ребята, РТ будет сегодня? Да. Вроде. Какие, брат, каких драконов брать? Вроде? Давайте красных всех возьмем. Да какие хотите, блядь. Я считаю, что нужно брать минимум два бронзовых, чтобы было два замедления. Нет, давайте все на красных сделаем мочилу. Ты вовремя, а если я уже взяла? Выкини его и возьми другого. Да не будет тут два красных, тут, блин, не знаю. Давайте просто пройдем, потом по очевым пройдем. Давайте в РС пойдем. Пойдем в РС, скорее всего, завтра. Сегодня... Мы сейчас попросим поставить, чтобы на завтра РС поставили. Да поставим. Слышь, я его сейчас этот РС улучшу там, для прикола. По смыслу, зачем тебе КД ловить? Завтра сходимся вместе. А ты хочешь 25 назад 50? На 25-ку. Я тебе любую отрелит. А нет, стоп, я ошибся. Лимон тебе любую отрелит. Ну, любую, не любую, не знаю. Геру я никогда не релил. 25 гер? Никогда не релил. 25 гер тут она не запущена. Я говорю, давайте предлагаю завтра 25-ку собрать. Давайте, да. Потому что от десятки нет смысла, а вроде как уже гильдия есть... Кто научил? Правильно, Лимон и Рел, я иду Ретрик. Да. Нет, ты полипал. Да вот что ты хочешь, чтобы я Честера что ли уничтожил? Чтоб ты его уничтожил. Да не хоть делать. Понял, Честер? Можешь у Белки спросить. Единственный, кто, блядь, Лану 10 герцов захилил. Я помню, когда Лича танчили с Лауниром. Не-не, ты не понял. Я единственный, кто с холипала в соло захилил Лану 10 гер. Даже Белка ее в соло не захилила. Вот такие люди у нас в гильдии. Она мне потом предъявляла полгода эту хуйню. Ничего не предъявляла, я друид, я на это не против. Верю, Белка, забудь, ты топ. Ну нахуй, я не хилил ничего. Че, тебе показалось. Знаешь, что, кстати, самое интересное, профа не смог. Ну, не смог. Причем, ну, профа слабо. Ребята вайпались, то есть
идет проеб по ситуации, да, я говорю, ну все, падаем. То есть трое 4 было, блядь, ну не вы, ну вытягивал, ну пиздец, ну не вытягивай. Ну холипалом в соло, ну не вытягивай. Ну какой с меня холипал-то, ебать мой хуй. Да нет, холипал в соло трудный, там ауе дамагу, ну там охуеет соло. В другом массу. Не, ну я не попробовал, лану получилось, блядь, профа нет. Потанчить. А вы где, ребята? Тут бьюсь, а так, где там сенсей по танкам-то, ебаный? Не знаю. А чё там? Какой не летает? Сенсей по танкам. Сенсей по танкам. Сенсей по танкам. Мне особенно самое интересное, если мне за про... Да, вообще интересно. За кого? За протовара. Т4 прикольная штука здесь. На круче, чем Сака дает баф, я охерел, когда увидел, конечно, это, блядь. Т4 какой-то самый босс, наверное, какого-то вара, блядь, дает лучше дебаф, чем Сака отпала. Это, сейчас я, мне надо спуститься на 10 секунд, без меня вы будете, хорошо? Давай, побудем. Понимаешь, в чем прикол? У каждого сервера свои, да, нюансы? Ну да, фотки тут свои. Любой сервер тебе как бы руки даст. Да нет, что, Войт он играет он много лет уже. Да я ничего против твоего там Войда не... Главное, чтобы вы друг против друга ничего не имели. Под Эдвокера, под, блядь, Метеор, блядь, Страйком, с Катаклизмом. Тут и в самом деле. Пойдем в Доту, да? Я тут божил, короче. Слышь, Егор? Начинается, блядь. Егор, я тут божил на тренде, короче. Меня лучшим признали. Ты там что, с наркоманами, что ли, играл? Че я там на тренде вообще божил? Да не, шутки шутками, нет. Просто, как бы, у каждого человека свое понимание танка. Как вот говорит Лимон Войт. У человека свое понимание. Может, он реально, он блядь, он у него такое понимание. Танчит охуенно. У меня свое понимание. У меня? Да. Я тут недавно на профи, блядь, 10 оп нафлакал. Ты вообще помолчи. 500 гп нахуй. 300. Ну так, смотри, вот Ауди, вкратце тебе, чтобы ты понимал про понимание моего танка. Я не только варом играю, я всеми четырьмя танками играл. И Мишкой, и Паладином, и ДК, и варом. И всеми четырьмя танчил все. На 3. Не вопрос. Я ж тебе ничего не скажу, у тебя свое понимание танков. Я играл только двумя. Но двумя танками меня просили написать гайды. Ребята, у меня... Да я гайд тоже писал, и тоже спрашивали, и много кому рассказывал. Дело-то не в том. Просто там зависит все от эффективности. Первый мой конек это протовар был. Ну это пиздец. Белка, это... ну парахиль меня, пожалуйста. Белочка тут. Давай дождемся. Так, я тут. Здесь, да? А где вы там наверху уже? Нет, да. Все, уже в центр летим. А че на дракона не сел? Че за борода? То есть, вот видишь, у тебя свое. Свое. Ты играл в 7. Я ДК мне. Белка, прохиль. Ага, я вас не вижу. Ну все, напилась шампанского въебала. А не, я у пиздони. Перезагрузка один. Давайте шустим. Все, на ласта летим быстрее. О, майка какая, вот это триничка. Смотри, какая охуительная. От темной магии. ШП вообще пиздец. Бис. Все, давай на ласта быстрее. Лимон, слышишь, я мага подкачаю тоже. Ага. Бля, ну лучше не надо, честно. Первая перезагрузка 10 минут. Погнали на ласт, быстрее. Даю первый змей. Интересный вопрос. Зачем ты таунт юзаешь в ретри? Интересный вопрос. Прям пиздец. Там shit happens. А куда делся босс? Что за нахуй? Я не понял, куда он пропал. А вот он. Тот, на кого он сагрался, значит, вылетел за линию. По кругу это.
Я понял. У меня даже работ в рейде. Ты помнишь наших ТВ-магов типа Феонора? Да. Октябрь, блядь. Удержи, блядь, Агробис на пула. Да хуй ты удержишь, что там? Да никто там не удержит. Да никто. Только супа может быть. Ну супочка, да, та ёбнутая. Супа удержит, остальные нет. Да нет, нихуя, Октябрь-то падал. Да? Давно это было. Падал, блядь, а срыв Агро. Супочка, да, нет, та красавица, блядь. Да, Дашка, да, там, да, пиздец. Ну, это, кстати, такая же ебнутая пацанка, как белка, блядь, ну такая же ебанутая. Там у нее кот был, я кота лучше не видел. Блядь, у нас, кстати, видос есть, где... Лимон, вчера сказали, что здесь крутой этот, как его, кот. Я не увидел этого. Какой кот? Наш чулан пришел, кстати, он вчера спас на кот. Вайпа. Видел, когда слизняка замедлил не сразу? Вот, вчера затащил нас. Школа Даркова. Школа Дарков, если один сладкий, остальные должны вытаскивать. Нормально все будет, я думаю. Вот. Все будет хорошо. Ты в курсе, Егор, что по 20 гп за мат? Мастерное слово. Гильчать и материться 20 гп. Можно материться только в канале мат, и то упс. В рейде тоже нельзя материться. Я думаю, если мы все с X1 будем собираться, я думаю, это правило мы в рейде упроднимся. Меня сейчас убьют. Нам тебя. Давай я спасу тебя. Опа. 1000 мне оставили. Нормально. Я на тебя кинул это перенаправление. Сенсу не забудьте взять, кто пошел с сундука лутанить. А то будете потом ныть. Манжеты. И сумку заберите. Сумочку, да, забери. Сумочка упала, вот 3 сияния осени, я молодец. Все, давай мне их все. Ну, держать и надо. Знаю, что нужно с этим. Да не, я как бы. Белочки вроде надо. Белочки тебе надо? Я просто. Давай обмен, давай, держи. Не, у меня этих камней, если что, очень много, ты подойди, я тебе дам. Короче, пока ювелирки нет, буду вас снабжать. Все, всем спасибо, давайте полчасика перекурим, отдохнем, ладошки потные помоем.